Вот она, бобровая хатка. Нет, и не вход. Фиг поймешь. Очень огромный. Да. Для определения не могу телефон в сторону поставить. Пойдите по деревьям. Большая. 1,5 метра в высоту точно. И вот здесь обходить диаметром около 3-4 метров. Так, мои следы. Вот нагрызает, оказывается, эти бобры. Таких. И, как Евгений говорит, да, спали. Как спалить? Вон, считай, сразу же 3 дерева, 2. Вон одно вообще внутри внук стоит. Получится просто выгнать. Таким-то образом. Такая вот хатка бобров, что ходить приходится. А вообще здесь вода. Сейчас я по льду хожу. Вот, гранит как раз с хутора. Туда тоже все затапливает до самой прутки. Вот. Маленькое озеро. Затопленное болото. Вот такое кино. Самый главный баран.